Привет. К сожалению, это наше видео не о приключениях в Дубае, не о шопинге, не об ароматах. Сегодня 24 февраля 2022 года, и на часах 6 вечера по Киеву. Снимаем мы это видео из города Элянь, Арабские Объединенные Эмираты. 4:40 утра по киевскому времени я шла в парк, и в голову пришла простая истина, что некоторых людей можно остановить только физически. Я вернулась домой и прочла, что в 5 утра Киев бомбили. И не имеет значения, что бомбили не жилые дома. Со мной случилась истерика, но я быстро пришла в себя, я включила мозги, я связалась с родственниками, близкими и получила от них актуальную информацию. Россия начала войну против Украины. И не ищите заменителей слову «война». Кризис, усугубление политических отношений, восстановление границ – это война, которая длится 8 лет. За сегодня мы видели в соцсетях просто океан постов, картинок. На них изображены пожимания рук между флагами России и Украины, обнимание двух деток в национальных костюмах этих стран, фразы «поскорее бы это все закончилось», «мы за мир», «все будет хорошо», «ну, я вне политики», ну и подобные им. И знаете, вот если бы война шла в вашем доме, вы видели подобные бы картинки. Как бы вы это воспринимали? Задумайтесь над этим. Но лично мы расцениваем это как издевательство над происходящим. Отдельный мордор – это комментарии наподобие «расслабьтесь, обстреливают военные объекты», ну типа там людей нету. Чего распаниковались, это же военные аэропорты, ракетами фигачат. Обстрел идет только военной инфраструктуры. Дайте доказательства, что бомбят жилые дома и подобные высказывания. Знаете, таким людям, пустым людям, которые пишут подобное, и тем, кто к ним прислушивается, мы хотим сказать. Ваш мозг находится в зародышевом состоянии. Вам не хватило усилий саморазвиться. А только вот вы сидите и строчите вот такой подобный мрак. Мы вас призываем. Не тратьте свои силы, свою энергию на это, а занимайтесь своим прямым призванием. Лузганием семечек. Вы знаете, и еще хотим обратить внимание на один важный момент. Пожалуйста, не делайте репосты в соцсетях, связанные с этой войной. Видео, фото, призывы к сбору средств, не проверив самостоятельно достоверность этой информации. Ищите информацию на официальных источниках. Если необходимо, у вас есть такая необходимость, пользуйтесь онлайн-переводчиками. Мы стараемся не паниковать и быть в трезвом уме, но честно, это сложно. Сегодня, когда утром я открыла телефон в школе на дежурстве, оттуда пришел мейл от мамы. «Доча, началась война, я тебя люблю». Ну, честно, я была в шоке. Мы уверены, что нас слушают, а главное, слышат много адекватных русскоязычных людей по всему миру. Просим вас, делитесь, репостите это видео, чтобы больше людей в мире не тешили себя иллюзиями, а понимали, что в Украине война. Россия напала на Украину. Слава Украине! Героям слава!